Вітаю вас, шановні брати і сестри. Хотів би вам трошки розказати, розповісти про те, що зараз стало для нас всіх реальністю. Ми, як віруючі люди, розуміємо, що головна цінність – це те, щоб створити для людей умови перебування, щоб їм було максимально комфортно, знаючи про те, що їм випало на долю пережити в своїх домівках, в тих містах, де вони проживали. Ми першу ніч ми виспались. Це просто. Ми не по очереді не спали, ми всі вместе лягли, виспались спокійно. Настільки за 6 днів діти були натренувані, що от там бувало, да, там 9 часов вечора, поки тишина спокійна, ми їх вдома положимо в постелі спати. 10:30 начинается эта воздушная тревога, начинают бомбить Чайку, начинают бомбить рядом города. Мы просто сонных детей, они уже в колготах были, в кофтах, мы на них натягиваем штаны. Они через сон просыпаются, говорят: мам, что опять тревога, говорит, нужно бежать, да. И они просто сонные, как те солдатики, возле двери стоят, глаза закрытые, но они держатся, чтобы им одели обувь, и нужно быстро спускаться по ступенькам. И здесь, когда мы приехали, они первый раз задают вопрос, когда зашли, говорят: а здесь мы не будем никуда спускаться, никуда бежать. Я говорю: здесь мы не будем пока никуда бежать. У цьому зданні приймають людей, створюють умови для проживання, для того, щоб вони могли бути тут. І одна із наших цілей – це не тільки створити, надати їм необхідне харчування і місце перебування, а також духовна підтримка, а також головне, щоб засвідчити їм про найважливішу особистість – це про нашого Господа Ісуса Христа, який є Спаситель, який є той, хто може втішити, той, хто може відповісти на всі питання життя людини. Всю дорогу ми були під защитою Бога. І Бог нас все время вел, і через мою подругу, дуже близьку, у нас з'явився контакт Валери із церкви Серця Ісуса. Мы созвонились, и он сказал: конечно, приезжайте, у вас будет крыша над головой и все, что вам нужно. Мы сюда ехали довольно долго, из-за того, что были везде пробки. Время, в которое мы примерно должны были прибыть сюда, это было 1:00 ночи. Несмотря на это, нас здесь дождались и встретили Леся с Сашей. Ребята показали, что здесь есть абсолютно все нужное для быта. Кухня. На кухне было абсолютно все, что нужно для того, чтобы еду приготовить, и абсолютно все, из чего это приготовить. Там коробки стояли с запасами. Девочки сами готовили еду, и там стояла уже приготовленная еда. Можно было выбрать все, что угодно. Спасибо большое всем, кто с любовью приготовил для нас все, что нужно, чтобы мы чувствовали себя защищенными. Багато людей приїжджають і просто зупиняються тут, в інших містах. Деякі люди, зупиняючись, їдуть далі шукати більш сприятливі умови. В будь-якому разі ми підтримуємо всіх, і також ті, хто переїхали в інші, на інші міста. Ми підтримуємо їх далі, створюємо продуктові пакети, ліки, необхідно там моючі засоби і так далі, для того, щоб вони могли цим користуватись і вживати. Сказати, що ми благодарні, це, не знаю, це нічого не сказати, просто ми будемо пам'ятати цей момент всю життя, я в цьому уверен. І цим людям, які допомагають из разных стран и из разных регионов. Дай Бог їм здоров'я. Я знаю, що багато людей переживають і за те, що не можуть бути рядом з нами в цей скрутний момент, допомогти. Но я хочу вам сказати, що ви з нами. Я знаю, що ви підтримуєте нас вашими молитвами, вашою матеріальною підтримкою.
Дякую за це, що ви дійсно разом з нами знаходитесь в цьому процесі допомоги. Що було дуже удивительно, дуже неожиданно для нас, це те, що тут, в приміщенні школи, ребята продумали каждый момент быта. И стиральная машина есть, и порошки какие хочешь. На кухне есть все продукты, которые тебе нужны. Есть два холодильника, где ты приготовленное можешь хранить. Совершенно нет необходимости покупать что-либо свое. Мы вообще родом из Ясиновата, это маленький городок возле Донецка. В 2014 году пришел русский мир. Война. И мы уехали. И Олина семья, и моя семья в Краматорск. Надежда на то, что у нас будет спокойная жизнь. Вот. Не так случилось. Война пришла опять. Мы уехали в Черновцы. Большое спасибо за помощь, которую нам оказали волонтеры. В 2014 году такой помощи не было ни от кого. Мы никому не были нужны. Сейчас мы просто поражены. Мы приехали, ехали, по сути, в никуда, а получили такую огромную помощь, неоценимую. И записали наших детей и сыновей в школу сразу же. Буквально мы начали учиться, ну, чуть-чуть успокоились, и через два дня начали мальчики уже учиться. Дали Оле контакты педиатра. Да, большое спасибо волонтерам. Поздравили нашу девочку Элечку с годиком. День рождения. Было так приятно, неожиданно. Такое внимание. Даже не ожидали. Очень приятно. Спасибо большое. Подарили нам игрушек. У нас теперь целый склад, скажем так, для нее. Я дуже вдячний також людям, які, ну, дійсно турбуються про це і дійсно бачать в цьому велику необхідність. І я думаю, що ми разом зможемо дійсно прославити нашого Господа в цій добрій справі, яка дійсно зараз дуже необхідна для людей, які постраждали і які потребують звістки про спасіння і простої такої допомоги ну, в їхньому житті. Дякую вам, друзі. Най Господь вас рясно благословить і восполнить ваші нужди і ваші потреби. З Богом. Спасибо Богу за братів і сестер, які прийняли і здесь, і во Львові, і здесь, в Черновцах. Спасибо, звісно. Это большая помощь, скорее всего, моральная просто. Когда тебя любят, это хорошо. Потому что любовь, она безгранична. И она не смотрит, хороший ты, плохой, белый ты или черный, рыжий, с какими-то чертами. А любовь – это любовь. Спасибо, что Господь наделяет любовью наших братьев, сестер и других людей, даже просто людей. Сейчас встречаешь, общаешься, и когда говоришь им, пусть Господь хранит вас, все и вас отвечают, да, спасибо, благодарны Богу, спасибо, что Бог действительно, много просто свидетельств, и когда Бог, Господь действительно хранит. Дом оставили, но верим, что Господь сохранит его. Один или сына дом. Ну. Просто когда мы вот, ну, здесь уже были какой-то день, мы проснулись, вернее, мы бежали, да, от войны бежали сколько-то дней. И потом, когда мы приехали в Черновцы, и брат один, мой брат Сергей принял нас на ночь, и я утром проснулась, и просто такое, ну не знаю, как осознание пришло, что ты беженец, и у тебя больше ничего нет, ни дома нет. Что эта война просто поломала всю твою жизнь, которую ты жил, внуки, дети, служение, церковь, братья, сестры, спокойная жизнь, и теперь ее нет, теперь все поменялось, и города нашего уже нет.
красивейшего города Харькова, который был просто, он уже... Уничтожают. Стерт уже, я не знаю, там уже ничего нет того, что нам нравилось. Слава Богу, наш дом стоит еще. Слава Господу, спасибо Богу, что он хранит. Верим, конечно, что когда-то мы вернемся, что наша страна будет победителем в этой войне. Наш народ выстоит. И мы вернемся к нормальной жизни, будем отстраивать жизнь, будем отстраивать наши города, дома. У нас будет мир. Мы верим в это. Уповаем только Господь, на Бога. Господь за нас.